Буква «Э» дает человеку обаяние, вычурность и хитрость. Они могут занимать руководящие должности. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. В мирной жизни типичные представители этого числа также довольно часто ввязываются во всевозможные стычки и конфликты. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Зачастую обладатели этого имени делают акцент на доверии, верности, являются хорошими друзьями, отлично ладят с окружающими. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Обычно эти люди с честью проходят через все испытания и благодаря решительности и твердости характера достигают в конце концов успеха. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей и принципиальность сковывает их возможности. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Этим людям характерна внимательность к жизни. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.